Сегодня у нас такой аномальный день. То вода исчезает. Утром включили, был сумасшедший напор. Сейчас опять. Вот у меня из бака даже лучше. Бак для горячей воды. Лучше напор. Вот так вот. Вот. А у меня духовка сейчас гудит. Пирог пеку. Потому что тесто с утра поставила. Немного молока было. Вот. Ну, надеюсь, он сейчас у меня пропечется. Хорошо пирог. И вот, чтобы по-быстрому приготовить, пока есть еще электричество, не разжигать ничего на улице, я, как всегда, сделаю свой любимый рецепт. Все в одной сковороде. На сковороде с маслом я обжарю лук, морковь. И вот такие вот фрикадельки буду делать маленькие. Разморозила я фарш говяжий. Добавила соль, черный молотый перец и манго. И вот такие тефтельки я обжарю вместе с луком и морковкой. Подготовила промытый рис, уже у меня вот стоит. И специи для плова. Это очень быстрый вариант ужина, когда нужно по-быстрому, по максимуму использовать время, энергию и меньше посуды потом мыть. Вот так вот. А риса у нас очень много, так как у нас гуманитарку выдавали таким большим количеством риса. Фима, в чем дело? Да, это не твое место. Обычно здесь сидит Симка. Попрошайничает. Теперь ты попрошайничаешь. Ну ладно, на тебе немножко фарша. Укусил. Укусил. Все, проглотил, да, Фима? Ну вот. И зачем ты всех собрал теперь? Вот угольков еще на улице. Симон. Сима. Не при делах. Не при делах. Так. Теперь я немножко сдвину это все дело, чтобы не вымазывать еще одну сковородку. Добавлю маслечко. И высыпаю сюда фрикадельки. Засыпаем рис. И кипяток. И тушим под крышкой до готовности риса. Вот еще одно вкусное сытное блюдо из риса. Риса у нас много, готовить будем каждый день. Может быть, мои советы кому-то пригодятся. Приятного всем аппетита!